Сегодня в Пет-симуляторе 99 я начинаю путь от 0 до 1 миллиарда гемов. И чтобы усложнить себе игру, на протяжении всего пути я буду пользоваться только трейдинг-плазой. Досмотрите ролик до конца, ведь там я покажу самый прибыльный способ заработка, который мне удалось обнаружить. Для начала нам нужно найти способ заработать свои первые гемы. Понимаю, что у меня есть один гемасик, но сейчас найти хоть что-нибудь за него сомневаюсь, что получится. У меня на почте уже целых 239 дней лежит подарок от Дайдиганчика 2020 с сообщением «Я надеюсь, тебе это поможет». Давайте посмотрим, что это, и это Лейдж гифтбэк, который стоит почти 9000 гемов. Если бы ты знал, Дайдиганчик, насколько сильно мне это поможет. И правда, продажа этого предмета даст стартовый капитал, с которого можно будет двигаться дальше. Спасибо большое подписчику, а я забираю этот подарок и выставляю его на прилавок за 8500 гемов. Спустя некоторое время у меня его покупают, и я начинаю искать способ заработать больше гемов. А если ты хочешь без проблем получить крутого пета, тогда тебе на P2Pixel. На сайте широкий ассортимент питомцев, удобная регистрация и низкие цены. Все, что вам нужно, это перейти по ссылке в описании, пройти регистрацию, пополнить баланс любым из способов и купить понравившегося пета. Удобная переписка с честными продавцами, которые вас не обманут, а все купленные предметы приходят на почту в игре. Ну а если ты и сам не прочь заработать, то на сайте можно продавать свои предметы. Нажимаете на кнопку «Стать продавцом» и оставляете свою заявку. Когда ее одобрят, у вас появится возможность продавать и зарабатывать реальные деньги с любимой игры. Сайт правда хороший, ссылочка на него в описании. Ища, какие предметы можно перепродавать, мой взор упал на зелье силы 10 уровня, которое стоит в районе 5000 гемов, когда зелье такого же уровня стоит от 10к. Думаю, это отличный метод заработка. Я очень долго бегал по трейдинг-плазам, пытался купить его на аукционе, и наконец я вижу зелье силы по выгодной цене. Сразу же его покупаю, и ко мне в голову приходит хорошая на первый взгляд идея выставить его на аукционе. Видел, что эти зелья при рапе 5к скупают за 10, а то порой и за 20 тысяч с аукциона. Тут же без раздумий я ставлю зелье под молоток, и какое же было мое разочарование, когда я увидел, что за все 60 секунд была только одна ставка в 2000 гемов. Но я не сильно расстроился. Конечно, эта сделка надолго оттолкнет меня от аукциона, но после нее во мне проснулся азарт, и я начинаю искать новый способ заработка. Честно сказать, я вам завидую, ведь у моего канала наконец-то появился свой мерч в Роблоксе, и в связи с этим я объявляю о розыгрыше Титаник питомца. Да-да, это не шутка, абсолютно любой человек, купивший предмет по ссылке в описании, автоматически становится участником. А что? Чтобы шансов победить было еще больше, один купленный предмет равен одному слоту в розыгрыше. То есть, если вы купите 5 вещей сразу, у вас будет в 5 раз больше шансов выиграть Титаник Пета. Так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании, приобретайте классные худи и штанишки и становитесь ближе к своей мечте. А для тех, кто не любит донатить, советую перейти в мой телеграм-канал, ведь совсем скоро я буду проводить набор на участие в ролике с прокачкой аккаунтов. Советую его не пропускать, ведь прокачивать я намерен хорошо, а ссылка на ТГ также в описании. Я долго искал выгодный способ заработка, и тут мой глаз падает на тэч-тикеты, а точнее на их цену. Они стоят всего 3000 гемов, в то время как обычные тикеты продаются от 5к. Для меня это знак, и я начинаю искать выгодную сделку. И вот я нашел тикет всего за 3000. Конечно, в плюс можно уйти небольшой, так как я не собираюсь сделать долгосрочное вложение, но свои 500 гемов или же почти целых 20% чистой прибыли я имею.
что за хрень сейчас произошла и почему у меня на балансе 95 тысяч гемов. Пересмотрев запись, я, честно говоря, в шоке. Кто-то запустил Diamond Party на моем сервере. И я вас уверяю, это ни в коем случае не постанова, и на рандомном сервере рандомный человек запустил его. Мне просто невероятно повезло, и теперь у меня на аккаунте 570 тысяч гемов. Пока я перепродавал тикеты, я заметил, что в цене выросли XP-чармы. Не знаю почему и зачем, но я тут за прибылью, и время действовать. Я нашел продавца, который торгует ими по 100к за штуку на целых 7000 ниже рапа. Поэтому я закупаюсь именно все гемы, а на остаток покупаю 11 кристальных ключей по супер выгодной цене. Спустя около получаса у меня купили все чармы, и я понял, что этот способ заработка очень долгий и не такой прибыльный, как мне бы хотелось. Поэтому сейчас я буду перепродавать то, что всегда было актуально, а именно коктейли. Коктейли купили достаточно быстро, и я в плюсе, но несмотря на это, я решил попробовать еще один способ заработка. Следующий метод — перепродавать хайп яйца, и как я думаю, с этого можно уйти в хороший плюс. Спустя пару минут я вижу яйцо за 400 тысяч, конечно же покупаю его и выставляю чуть выше рапа. Наконец-то у меня купили это хайп яйцо. Мне этот способ заработка не понравился, потому что я очень долго ждал и постоянно снижал цену, чтобы у меня хоть кто-нибудь его купил. Поэтому я возвращаюсь к идее с коктейлями, и я уверен, что на них можно хорошо заработать. Кто это и почему я сейчас перед собой вижу 8 хомяков, которые просто стоят? Один вверх ногами, а другой вообще упал. На моем балансе сейчас 960 тысяч гемов, и сейчас я буду зарабатывать очень прибыльным способом, а именно я буду перепродавать книги на монеты 7 уровня. Я думаю, все уже поняли, почему именно они, а кто не понял, эти книги используются в крафте XP зелья на мастере, и люди скупают их тоннами. Ведь крафт этого зелья стоит дешевле, чем само зелье при продаже, и с помощью этого можно хорошо заработать. Я же не могу этим пользоваться, потому что мне можно использовать только трейдинг плаза, а 4-го реберта для использования суперкомпьютера у меня нету. Остается искать книги подешевле и перепродавать их дороже. Я уже закупился книгами на 940 тысяч гемов, и сейчас я пойду их продавать. Почти моментально у меня их скупают по довольно высокой цене, а значит, книги — это лучший способ заработка на сегодня.
Буквально за 20 минут своего времени с 900к я заработал 1 840 000 гемов и в целых 2 раза увеличил свой баланс. Обязательно поставьте лайк под это видео, покупайте мой мерч, чтобы выиграть Титаник питомца, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы поучаствовать в прокачке аккаунтов подписчиков, и пока. А вот я собираю все ваши подарки, которые вы мне отправили после прошлого видео. Огромное спасибо за хьюч питомца, хороших оверборд и за все остальные подарки. Если вы хотите меня поддержать, можете отправить подарок на ник ванначел и попасть в следующий ролик, а после кликайте на тот, что у вас на экране.